28 апреля поселок Черемушки объяли языки пламени. Причина пожара банальна – неосторожное обращение с огнем. К счастью, жертв удалось избежать. Как итог, сгорели более 20 строений, в том числе жилые. Без крыши над головой остались более 30 человек. Если бы тот дом не спасли, эта бы сторона тоже бы сгорела и полыхала. Все, и не знаешь, куда бежать. Такой дым, треск. Ой, ужас был. Даже плакать охота. Но жалко деревню. Помощь пришла быстро и со всех сторон. Власти, общественники, добровольцы помогали все и кто чем мог. В правительстве сразу решили, все имущество должно быть восстановлено. Из средств резервного фонда России выделили почти 20 миллионов рублей. 15 семей заключили договоры на строительство нового дома. Остальные 4 решили приобрести уже готовое жилье. Цель была одна, чтобы люди получили то, что им положено. Уверенность, еще раз говорю, в том, что поручение президента будет исполнено. И каждый житель, пострадавший, получит то, что ему положено по закону получить. 4 месяца. Столько времени понадобилось, чтобы построить новые дома на месте сгоревших. Сегодня поселок вновь начинает оживать. Другие жители свое законное жилье не потеряли, а наоборот, не могли дождаться. Запутанная история с компанией «Байкалжилстрой» длится уже 4 года. Обманутые дольщики просят помочь достроить дома, которые полностью профинансированы. Всего от действий застройщиков пострадало более 1500 человек. Весной уставшие от обещаний люди вышли на стихийный митинг. В ситуацию вмешался глава республики. На недострой удалось выделить деньги из бюджета. На сегодня квартиры получили 49 семей. Речь идет о доме на Комсомольской, 10. Ну, конечно же, это большая радость для нас, да, что наконец-то это действительно долгожданная квартира. Впереди еще работа по 8 домам, жильцы которых обмануты застройщиками. Между тем, ситуация может повториться, ведь на грани банкротства ряд других строительных компаний республики.